Во второй части программы я вам покажу одно замечательное место, где можно хорошо провести время. А сейчас будем поздравлять мой любимый зал красоты Оксаны Ким. Поздравлять мы будем его с первым маленьким юбилеем, с десятилетием. Кто-то скажет мало, но продержаться на плаву 10 лет в индустрии красоты – это очень сложно. Поверьте на слово, проверено на себе. Сейчас я безумно рада, что здесь работаю, потому что здесь достаточно хороший коллектив, очень много замечательных клиентов, любимых клиентов, ламинацию ресниц, прокол ушей, спектр услуг достаточно высокий. Поздравляем салон, поздравляем коллектив, руководителя Оксану Ким. Очень приятно. Всех нас с днем рождения! Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с десятилетием. Вы на самом деле за 10 лет доказали, что вы один из самых лучших залов красоты. Вообще, хочется пожелать вам творческих успехов, чтобы вы росли выше и выше, достигали всех своих целей. И десятилетие, чтобы продолжалось, я не знаю, 100 лет, как минимум. Спасибо большое, мы, конечно, будем стараться. Сегодня пришло очень много людей, которые тоже разделили с нами этот праздник. Мы сделали фуршет. Розыгрыши, шоу, в общем, ну, много интересного, еще до вечера у нас есть время. Главное, конечно, для нас это честность, чистота, вот, потом воспитанность. Мы стараемся, чтобы клиентки у нас отдыхали в салоне. То есть они не просто здесь пришли, и мы здесь как-то себя вели. То есть мы стараемся нести какую-то культуру, так как мы бьюти-индустрия, мы должны все равно нести хотя бы как-то и такую красоту, да, духовную, будем говорить. С днем рождения нас! С днем рождения! Slytherin, what's a girl to do? You use your nimbus to sweep me off my feet, but now without you by my side, I feel incomplete. А у нас пришло время для нашей традиционной рубрики «Место». Друзья, хочу вам напомнить, что и у вас есть возможность принять участие в съемках вместе со мной. Для этого вам нужно лишь прислать название заведения, которое бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Также рассказать, чем интересно это заведение и почему именно оно должно оказаться в нашей программе. Номер WhatsApp и электронный адрес вы видите у себя на экранах. А сегодня мы расскажем о новом месте, которое называется «Шансон». Большие города. Война и время как вода.
называемся «Шансон Клуб». Наш адрес Гоголя 120, пересекает Джибик-Джилу. Работаем 7 дней в неделю без выходных, с 8 вечера до 5 утра. Душевное заведение для хорошей компании. Вы можете со своими близкими, с друзьями, с родственниками прийти и провести очень, очень весело вечер, насладиться живой музыкой. Также у нас есть 80-е, 90-е, дискотека 80-х, 90-х. Энергично и приятно провести свой вечер. Мясной сет, который состоит из нескольких видов мяса, то есть это крылья буффало, значит, медальоны из говядины, стейки из свинины, можно сказать, отбивные свинины, и перзола, как здесь принято называть, или же каре ягненка. Вот. Присутствует декор, как, значит, декорировано разными овощами, запеченным чесноком, картофелем запеченным. Поданы два соуса, то есть это соус кавказский и соус с пряными травами. Здесь же у нас есть зелень, присутствует руккола, огурец, как бы запеченные баклажаны и микс-салат. Для клуба, конечно, это не свойство подавать вкусную еду, но я думаю, Шансон Клуб этим и отличился. Действительно, как нам говорил администратор, здесь готовят очень вкусно. Я попробовала лично сама. А я вам напоминаю, что и у вас есть возможность принять участие в съемках вместе со мной. Для этого вам нужно лишь прислать название заведения, которое бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Также рассказать, чем интересно это заведение и почему именно оно должно оказаться в нашей программе. Жду от вас писем. Номер WhatsApp и электронный адрес вы видите у себя на экранах. We'll be right back.
На следующей неделе мы будем на концерте у Айовы на Wedding Expo. Давайте тусоваться вместе и встречаться на тусовках. Это была программа «Тусовка», а мы благодарим за сотрудничество зал красоты Оксаны Ким, бар Sky Hall. Будьте с нами, смотрите нас, тусуйтесь вместе с нами. С вами была я, Айгерим Осмонова. Всем пока!